Как вам то, что вы сегодня увидели в исполнении Дацика и его соперника? Ну, сказать, что я не удивился, это ничего не сказать. Как всегда, просто не знаешь, что от него слабо ожидать, что он может вытворить, но в своей манере. А вы, кстати, можете рассказать, о чем говорили вот между собой, пока, ну, пока другие разговаривали с Вячеславом? Мы с Славкой мало говорили, там буквально поздоровались просто и все, как самочувствие, все это. Общие слова чисто. А на бой Алексея Папина какой может быть прогноз у вас? А? На бой Алексея Папина какой прогноз у вас? Прогноз, я не помню того соперника сильно. Ну, вот правильно сказали насчет спойлера, будет он такой, опять, бой делают два боксера, не один. Как он выстроит свой бой, от этого будет зависеть, если опять в хорошем состоянии. Все нужно узнавать. Я же не следил за ними. К сожалению, я так в сторонке сейчас нахожусь. Вы вернулись недавно вот из Таиланда, работали с сыном Симом. Как сейчас оцениваете его форму? Ну, он сегодня только прилетел, он немножко больше времени провел в Таиланде. Остался, лагерь продолжался для него. Мы много отрабатывали, я уже сказал, по стратегии, тактике боя, по технике ударов. У меня не было возможности с ним уже очень долгое время в этом направлении двигаться. Показал некоторые удары, которые он не делал. Надеюсь, они войдут в арсенал его работы и дополнительно будут удивлять. Когда любой соперник смотрит на бои, он смотрит, что он делает. Сейчас он будет новые удары, войдут в арсенал. Я видел ролик, где Тим сбегает на Биг Будду, там, по-моему, около чуть больше 4,5 километра. Да, 4,5 километра. А знаете ли, какой рекорд у нас у него по этой дистанции? Ага. Сколько? Не, у Тима я имею в виду рекорд. А Тим? По-моему, за 28 минут самый большой пробегал. Или 28-27 минут. Это очень хорошее время, потому что, я говорю, это очень тяжело. Там некоторые горки просто такие очень серьезные. А как там вот со спарринг-партнерами? С кем? Нам нужны спарринги. А, вы там спарринги. У нас не было спаррингов, у нас спарринга не было. У нас первый этап подготовки – это специальная физическая, общая физическая подготовка. Это работа с железом и на выносливость. Это общее. Мы по мешкам. У нас вот одну работу, если видели, у нас часовая работа без остановки по мешку. Да. Это как раз такая общая специальная работа, которая дает объем. Потому что я любого боксера вот сейчас поставлю, они не смогут эту работу сделать. Час отработать без остановки, с хорошей интенсивностью и с жесткостью, это очень сложно. Там Тим, кстати, написал в комментарии, что слишком легко ему было. А бывало... В следующий раз будет чуть больше. А бывало такое, что вот он сказал после тренировки, это вообще невыносимо, может, что за тренировка была? Мы работали... Знаешь, изнасиловать я могу любого. Понимаешь? Но моя задача была работать для того, чтобы была польза. Польза, когда плохо, это тоже польза. Это большая польза.
Но это все-таки мой сын, и я научился быть немножко мягким уже в работе с определенными людьми, потому что лучше продолжить работу, чем отработать одну тренировку и сказать, ты нам больше не нужен, спасибо. Такой еще вопрос. Тим там часто занимается еще с тренером Джоном Хатчинсоном, который с Петром Яном и с другими топами. А вот вы можете рассказать, чем Джон Хатчинсон, что он не слишком известный был до работы с российскими бойцами, чем он вот так хорош, что с ним сотрудничают? У Тима есть контакт с ним. Им нужен тренер определенный, который знает какие-то, что-то знает. Мы находимся все равно, и для него это не его место, это все-таки место. У них контакт, у них хорошие взаимоотношения, поэтому почему нет? Мне было без разницы. Когда я был, во время моих, когда я работаю, ко мне никто не подходит. Это мое время. Поражение Тима Фундори, вот многие говорят, что вина отчасти или полностью, кто по-разному говорят, что вина лежит на Катманах. Вы с этим согласны? Ну, винить я не буду, не могу винить Катмана на 100%, хотя я не все видел, что там, как он делал. Я с ним не разговаривал, поэтому мне нужно будет поговорить. Я его знаю чуть, там, лет 15, наверное, если не больше, этого Катмана. Он работает в моем зале уже столько лет. Поэтому надо узнавать. Тут, например, если бы этот бой был в любом другом месте, бой бы остановили. Судья бы унес, да, рефери бы остановил бой. Потому что слишком много крови было, и видно было, что кровь не останавливается. Там, понимаешь, там пробило вену. Если ты, например, просто рассечение, да, ты можешь ее замазать адреналином, и она остановится, кровь. Тут она просто не останавливалась, она просто текла. И если бы угол остановил, это было бы поражение. Поэтому это было все на рефери, обязан был остановить бой. Еще нельзя у вас не спросить о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри. Вот, оправдал ли ваши ожидания в поединке? Я, знаешь, я не загадывал совершенно. Я получил удовольствие от боя. Я доволен результатом, то, что Саша выиграл бой, молодец, просто, знаешь, определенную историю он уже тоже сделал, да, был абсолютным в крузовейте и стал абсолютным супер, и я говорю, очень рад. А если бы результат был другой, то есть если Фьюри победил бы, вы бы так же, ну, не то чтобы рады были бы, а поняли бы этот результат? Я считал, что Саша выиграл бой. Поэтому любое несправедливое решение для меня трогает. Неважно, кто выступает. Вы считаете, согласны с раздельным решением судей? Ну, бой равный был. Углы с просмотра. Это очень сложно. Ну, Саша потряс его. Блин. И тот его пару раз... Ну, бой был равный, поэтому называется, в общем-то, Split Decision. Там все, по-моему, да, у нас 114-113, где-то такая, сейчас не помню уже. Бой был равный, поэтому он заслуживает rematch. А вы видели какие-то ошибки Фьюри в этом бою? Я, конечно, видел, много ошибок было и с той, и с другой стороны. Я просто, понимаете, я иногда... Вернее, бои смотрю в разных, по-разному. Первый, как судья, второе, как тренер, и третье, как зритель. И это разные ощущения для меня. Вот этот бой я смотрел как зритель. Мне не нужно было волноваться о судействе, это мне не близкие люди. Я просто получал удовольствие от боя и смотрел его. Конечно, я старался судить, но обычно я сужу еще... У меня не было возможности, я был в дороге и в пути. И мне нужно было через какое-то время уже садиться в самолет, и а бой еще не закончился. И все это было неудобно. Обычно я должен сесть, разложить, расписать все. Это обычно так, когда смотрю близких для себя людей. А тут...
Я болел за бокс просто, и все. За хороший бой, который, ну, в общем-то, ребята подарили. Хороший бой, красивый бой, который останется в памяти у многих. Если не брать реванш Фьюри, а с кем бы вы хотели посмотреть бой Усика? А кто там сейчас есть? Ну, Уайлдер, наверное. Ну, тут еще, наверное, Уайлдер один остался, которым остался, с кем нужно побоксировать. Ну, там только защиты титула остались, потому что если он не проведет их, его лишат титула, и он... Там-то и дело, да. А Уайлдер является первым номером где-то? Не, у него, по-моему, поражение от Валлина, по-моему, он проиграл. Паркера, да. Ну, вот если... Ну, он будет опасный соперник. За счет того, что любой бьющий в тяжах – это опасность. У вас брали комментарии по этому бою и спрашивали, можно ли Усика назвать величайшим тяжом в истории. Да, вы сказали, нет, нельзя. Как можно назвать величайшим человек, который еще выступает? Вот он должен оставить историю. Понимаешь, величайший это человек, который оставил громадный след. Вот величайший на данный момент я могу назвать двух чижей, которые оставили громаднейший след. Это Мухаммед Али и Майк Тайсон. Со своими определенными причудами Майк, да, там, он оставил громадный след в истории тяжеловесов. Как он выступал, где он, все. Это определенный след. Здесь Сашка выиграл бой. Я еще раз говорю, он молодец, он классный боксер. Но быть величайшим, это только тогда ты становишься уже пенсионером. Подождем, увидим. Придет время, может, он будет величайшим, почему нет? А можно ли вот уже сейчас, например, просто назвать легенда бокса? То же самое. Это легенда. Я не любил слово легенда даже в свою сторону, потому что я еще молодой. В общем-то. Иногда. Не по утрам только. Поэтому, но я говорю, я благодарен судьбе жизни своей, что я оставил определенную историю для своей страны, для своих детей, по которому можно идти, чему-то учиться. Кристина Борисовна, что касается вас, очень много проводят опросов, спорят, и до этого боя спорили, кто лучший боксер постсоветского пространства. И вот обычно во всяких опросах лидируют в них вы и Усик. А вот вы как считаете? Ну, опять же мы говорим по факту чисто, что получилось, да. Понимаешь, я не буду сильно расстроен, если буду на втором месте. Вот совершенно. Это значит что-то. Повышается рейтинг. Зарплата у меня от этого будет лучше, хуже. Понимаешь, это мнение людей, которые или любят, или не любят. Тут другого не может быть. Я очень спокойно к этому отношусь. Я очень спокойно отношусь к своей известности и славе, которая есть, была или там. Для меня, чем меньше меня узнают на улице, тем мне спокойнее. Потому что я могу хоть пройти. Недавно информация прошла, здесь тоже мы говорили об этом на конференции, о том, что Сустана Асбарова дисквалифицировали на 6 лет. Как вы считаете, за допинг? Туринабол нашли, как он сказал. Насколько... Это что хоть такое? Это для увеличения мышечной массы, короче, для бодибилдеров всяких и так далее. Насколько, как вам кажется, это беспрецедентное? Потому что, ну, вот коллеги, там, аналитики, они не могут припомнить, чтобы вот такой дисквалификации. Знаешь, я, например, горжусь тем, что в течение всей своей карьеры я ничего не употреблял. Вот вообще ничего. Кроме витамин. У меня были витамины. Все. Мне было достаточно, чтобы просто тренироваться. Я не пил никакие не для того, чтобы восстановиться там лучше, быстрее или как-то. Этого вполне достаточно. Это может говорить, это люди, которые вокруг него то, что предлагают. А не он же сам взял, сказал, что дай-ка мне вот эту штуку. Это тот угол, которому он доверил, который привели его к такому, большому событию для него в жизни, потому что 6 лет. Это, ну, он завязал. И он больше не выйдет, вряд ли выйдет на ринг. Вы думаете? Ну как? Ну все равно, ну пусть 38 выйдет, но все равно уже. А зачем? Ты понимаешь, за 6 лет это громадный срок, когда твое тело изнашивается. Или ты тренируешься
Или ты не тренируешься? Пустую тренируешься. Пустую тренируешься, это понимаешь, это не то уже совсем. Будь тот настрой, желание работать. Константин, 1 июня Дмитрий Бивол дерется с Маликом Зинадом. Есть ли в этом бою интрига и вообще зачем он нужен? Ну, во-первых, чтобы не простаиваться, так как Дмитрий Бивол получил травму, Бивол прошел тренировочный лагерь, чтобы не потерять все это. Поэтому все правильное решение принял. А интрига есть? Любой выход на ринг – это интрига. Это вам кажется, что понимаешь, эмоциональное состояние Бивола в момент, когда ты вот сейчас будет бой за абсолютное звание, а тут не абсолютное и уже совсем другое. Как он к этому настроится? Это все нужно, это все может влиять. Это психология тут очень большая. Поэтому вообще, да. Верите в возможность боя с Дмитрием Бивом? Ну, вы слышали мое мнение по этому бою, что я не хотел этого боя. Mm-hmm. Никогда не хотел этого боя. Но я понимаю амбиции этих ребят, стать абсолютным чемпионом. И когда у тебя против тебя твой соперник, неважно, что он из России, уже по той причине, что мы оба дошли до этого момента, это нормально. Но вот не хотелось вот как-то вот так вот. Я надеюсь, я не буду виной этому, то, что бой не состоялся. Но в любом случае, так пока получилось. Я за свою карьеру, за профессионалов, так, слава богу, ни одного нашего не побил. Тяжело было бы, как вы думаете, выходить? Я думаю, тоже не было бы тяжело. Но я говорю, слава богу, так получилось. Божий гейс на свете.